путешествие по Новой Англии со штата Массачусетс. Если Новую Англию населяет 12 миллионов человек, то в Массачусетсе проживает 6 миллионов. Массачусетс – индейское название, в переводе означает «племя, живущее у голубых гор». Бостон – столица штата Массачусетс. Лучше всего о Бостоне сказал Чарльз Диккенс. «Бостон – такой город, каким бы я хотел видеть все города Америки». Это было сказано примерно 150 лет назад, а сегодня о нем говорят, как об Афинах Америки. И Бостон соответствует такому названию, являясь центром просвещения, культуры, науки, технической мысли и прогрессивных социальных преобразований. Бостон называют и самым европейским городом в Америке, имея в виду особый европейский стиль этого города, проявляющийся в манере поведения и в культуре, и в традициях, и в подражании европейской архитектуре. Christian Science Complex – архитектурный ансамбль, центром которого является гигантская водная площадь, самая большая такого рода в Америке. Самое первое здание, построенное в конце 19 века, напоминает детскую крепость из гранита. Вскоре из-за недостатка мест в 1906 году построили церковь, напоминающий византийский храм, вместимостью 3000 человек. Все здания вокруг бассейна принадлежат церкви Christian Science Church. Тринити-церковь, расположенная на площади Капли, представляет собой дух. Разноцветный гранит, керамика, великолепная резьба, витражи. Церковь была построена в 1875 году в неороманском стиле. Библиотека построена в конце 19 века, как итальянская палаццо. Бикон-Хилл очень впечатляет бостонцев и туристов очаровательными улицами, элегантной архитектурой, кирпичными тротуарами и газовыми лампами. Это очень дорогой район, в котором проживают около 10 тысяч человек. Здание с золотым куполом – Капитолий Массачусетса. Мемориал Холокоста – это монументальная скульптура. Лагерные номера, надписи, цитаты можно увидеть вдоль стен мемориала. Маркет создан в 20-е годы 19 века. Здесь был порт. Это место сушили, а в бывших складских помещениях расположили кафе и магазины.
Бостонцам и туристам очень нравится посещать это место. Сейчас мы находимся на территории Гарвардского университета. Пуританы, прибывшие в Бостон в 1630 году, образованные, получившие Оксфордское и Кембриджское образование, считали, что если в деревне 10 домов, то должна быть начальная школа, если 20 домов, надо готовить детей в колледж. Итак, в 1636 году был образован первый колледж, носящий название Кембридж, а вскоре переименован в Harvard University в честь Джона Харварда, давшему университету самый большой подарок – 400 книг, библиотеку и около 780 фунтов стерлингов. Здание Массачусетского технологического института. А это часовня, принадлежащая MIT. Итак, мы покидаем Бостон и направляемся в Плимут Плантейшн.